Всем привет! Вот, изготовил такой инструмент. И сейчас покажу, как его можно построить и какая разница будет в звуке, то есть когда он пониже и повыше. Есть ключик в комплекте и в корпус врезаны болты, которые натягивают мембрану. Получается, если болты крутить по часовой стрелке, то мембрана натягивается. Если их против часовой стрелки крутить, то мембрана ослабляется. Вот. Я беру ключ и каждый болт буквально по полоборота прокручиваю. Прохожу один круг, потом другой круг. И, возможно, потом будет и третий круг. Нужно слушать. Если нужно настроить инструмент в ноту, то у него достаточно широкий диапазон. Можно настроить в среднем от ля до ре примерно. Это такая нормальная рабочая тема. То нужно брать, нужно скачать тюнер на телефон. Вот, и проверять по тюнеру. Подтянул, проверил, подтянул, проверил. И пока не добьешься нужной ноты. Вот, я сейчас подтягиваю его просто. Потому что, чтобы настроить точную ноту, нужно немного поиграться. Обычно они у меня натянуты чуть-чуть повыше. Вот.